Банан, первый сезон, 4-я серия, конец. Спустя 2 ночи. Что ему надо дать поесть? Ты был уволен за убийство. Скоро приедет полиция в тюрьму. Привет, папа. Привет, у меня плохие новости. Какие новости? Меня забирают в тюрьму. Почему, папа? Неважно. Вы были арестованы за убийство. Нет, не уходи. Пока. Что это? Надо посмотреть, что это. Вот то, что нужно мне. Блин, не знаю, что ты один чел проходил. Это мой друг. Он меня всякому учил, чтобы выжить. И куда-то ушел с каким-то человеком. Ты не знаешь, где он? Нет. Блин. Спустя 2 минуты. Ой, это тот самый банан с той фотки. Эй, что ты делаешь? Конец. Ребят, это конец. Знаете почему? Потому что больше серий про банан не будет. Ну, вы думаете, я начну делать серии про пять ночей солнца. Ребят, если честно, я отменяю это все. И теперь я буду делать серию ужастики дома. Там просто пять ночей солнца, ну, там слишком много персонажей. А тут ужастики дома, тут в каждой серии просто всякая фигня будет происходить. Но персонажей там всего где-то 10. Короче, потом увидите. Моя первая серия ужастики дома будет где-то завтра или послезавтра, не знаю.